Ну что, мы потихоньку начинаем переезжать. Вот грузим в нашу новую машину вещи. Как переедем, покажу нашу новую квартиру. Вот, смотрите, наша новая квартира. Там балкон, это зал. Здесь обеденная зона. Здесь кухня. Вот такая. Тут у нас еще пусто. Мы пока только все переносим. Здесь ванна. Здесь вот мастер-бедрум. С такими шкафчиками. В нем прям довольно светло. Вот здесь еще одна спальня детская. Тут везде шкафчики с полочками. Такие. Здесь тоже шкафчик. Вот Юрка пашет. Вот мы распаковываем один из матрасов детских. Вот так они здесь упакованы. Такие ролики. Валики. Да. Нужно его. А вот смотри, а пленка просто вот там в пленке. Да, да, да. Ну, там надо сначала там, с другой стороны. Нет, мы так все порвем. Он не рвется прямо, вот вперед. Ага. Смотри, у него подложка есть. Отойди. Чтобы на него. А, я такой дорну. На это чтобы его положить. Да, можно на нее. А. Сейчас. Матрас чистый. А, он еще и без пленки. Ну да, но это пленку что сними, чтобы он расправился. Хорошо, сейчас. Макс, по мне было, да, такой вот подстилки? Да. Другой фирмы матрас. Так, сейчас. А, он как-то еще по-другому свернул. Да. Так, это, кажется, низ. Вот, да. Да, сюда по всему. Да. Вверх. Завакуумирован. Грохнули на пол. Сколько надо съесть? 2 часа, да, чтобы он надулся, да, целиком? Тот, конечно, интереснее был. Тут был с пружинами, по-моему, прям спрыгнул тогда. Ну, да. Да, тоже сейчас. Ну, классно. Так. На вид хороший. Смотрите, это, короче, спинка от кровати. А все остальное для кровати находится вот здесь, внутри спинки. Все эти деревяшки, перекладинки. Короче, все запчасти от кровати.
Прикольно пакуют. Мы собрали кровать. Вот этими вот руками. Да. Мы распаковываем матрас. Помочь? Не, ничего. Ломили не в гряде. Да. Сейчас надо, чтобы ближе. Шипит, там... матрас шипит. Там место, где он должен быть, чтобы он ближе оказался. Потом мы из-под него вытащим. Вот так. Все, не шипит. Закрыл дырку, наверное. Перестала. Все, теперь пленку снимем, и он будет подниматься еще сутки. А у нас день второй по сборке мебели. Вот собираем пацанам двухъярусную кровать. Юрка, как сборка? Отлично вообще. Очень просто, удобно, быстро. Да, почти собрали. Да. Вот так вставляются перекладины. Процесс пошел. Все упаковано в пакетики. Да, каждая. Каждая деталька. Вот так делается перекладинка. Соединительная. Прикольно. Чтобы они не дребезжали, чтобы они не болтались. Очень просто, как лего. Вот я тоже тут уже втыкала. Ну вот, мы собрали кровать, положили на нее матрасы. По-моему, неплохо получилось.
это наша площадка в нашем новом доме с картинами. Да, тут тепло. Помогают разбирать коробки. Осторожно. Мои силачи. Мы, в общем, собираемся в школу. Завтракаем. Дети, вы готовы к школе? Да. Нет. Нет? Понятно все. Со всеми все понятно. Мы приехали в школу Макса. Сейчас будем его сдавать. Идем все вместе, потому что ему надо пораньше. Вот у них здесь main office. Вот главный вход. Мальчики, вы готовы идти в школу? Да. Макса мы сдали в школу. Сейчас пацанов будем сдавать в школу. Вперед! Тут везде парковки на школах. В школах, точнее.